Полиция Анапы совместно с казаками круглосуточно патрулирует улицы города. В преддверии новогодних праздников эта работа усиливается. Особое внимание общественным местам, а также паркам и скверам. Перед выходом в рейд каждый сотрудник проходит подробный инструктаж. В преддверии новогодних праздников усиливаются наряды полиции, также совместно с дружинниками и казаками. Значит, наряды выставляются на улице, площадя, также в общественные места. Новогоднее мероприятие будет усилено нарядами полиции. Это Театральная площадь, также улица Горького, набережная. Основной упор будет на граждан, прибывших из других регионов Российской Федерации. Также на площади и на проведении мероприятий будем особое внимание смотреть на приносящие вещи, где-то брошенные сумки, коробки. Также будут работать кинологи. В случае обнаружения какого-либо инцидента сразу выезжает на место кинолог, наряд и проверяем. Управление отдела МВД по городу Анапа просит гостей и жителей курорта с пониманием отнестись к процедурам проверки документов и оказывать содействие органам власти в случае необходимости.